Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Sniper 3 Elite. Ну и сейчас нам надо уничтожить завод по производству крысы. Танка такого. Маус, как я предполагаю. Который хрен победишь. Так, перепады температуры. Что он тут говорил-то? Которые помогут прятать тела. Das ist ein langer Weg nach unten. На. Вот там высматривал. Вот. Где тело? Тело исчезло, блин. Смотрит кого-то там. Ну-ка, вот я должен здесь посмотреть сейчас. Кого мы видим? О, этого мы видим. Наверху есть что-то, кто-то. Снайперы. Да. Куда? Не кричи. Ох ты, растяжку взял. Вот видите, какие полезные вы бываете иногда. Вот еще один. Так, ладно. Так, 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 так. Вас надо будет закидать. Мать-то вас там двое. Вот как мне вас убить или как? Или что с вами сделать? Где карта у меня? По карте показано. Ну так-то мне на одну сторону надо, да? Через вас перебраться. Там перебраться как? Непонятно. Одно я знаю, точно знаю наверняка. Я завалю вас. Так. Ой-ой-ой, как вас здесь много. Так, давайте пока то тело не будем брать. Попробуем вот это вот ликвидировать. Мне так на вас патронов не хватит. У меня от него и так мало патронов. Вот, вот так. Так, так, так. Ну, вроде неплохо, да, там отработал. Так, что мы имеем? Камуфляж. Вот так. Ich
Блин. Вовтух, хоть бы какой-то этот. Ну тут, кстати, где-то вот чувствуется, что должен быть где-то механизм. Вот он. Вот так. Не перепрыгнет, да? Блин, не успел. Ладно. Сейчас тогда этого нейтрализую потихонечку. О! И все. Мне еще в ту сторону идти, нейтрализовывать. И готов. Что тебя скоро ликвидируют. Вот так вот. В голову. Трансформатор. Уничтожи его, и вся линия накроется. Мы пока убежим отсюда. Меня спалили. В бочину. Сволочили. Вот так вот. Господи, какой кошмар. Понял. Итак, что-то у вас много, до одного билета. Надо вас сократить, популяцию. Ой-ой-ой. Орехов тебе больше не жевать. Да подожди ты. Господи. Такой сыр-бор из-за одного меня. Так, что у нас здесь? Какие-то заберите. Так, забрал. Я все заберу. Всему рад буду.
Так, подъезжаем, что у нас там? Есть проход? Ну, только обратно. А ничего страшного, знаете ли. Еще разок, сейчас повторим. Ну, где этот шум-то? Наковальни. Вот так. Теперь ты здесь будешь патрулировать. Вот так. Быстро подбежал и убил. Чтобы не бубнули здесь. Итак. Вот. Смотрим. Ух ты, парочка. Гусь да гагарочка. Ох, и стоило до того для вас. Закончились ваши беспечные дельки-то. Ой, закончились. На каждом уровне. Понятно. Первый. Второй. Расчет окончен. Смотрим, кто придет. Так. Ну давай. Мы сделали все, о чем просил генерал, и даже больше. Мы работаем круглосуточно, чтобы завершить производство крыс, но противник перерезал коммуникации, что сводит на нет все наши усилия. Перфекционизм – это одно из его требований, выходит за границы разумного. Я видел, что Вален сделал с рабочим, который слишком долго возился со звеном гусеницы. Он просто швырнул человека в пропасть. Казалось, его крик длился целую вечность. Так, ладно. Так, надо уничтожить где-то что-то. На каждом уровне. Это звездочки, да, вот эти, наверное. Каждый уровень. По идее, я должен был скрыто вот так вот. Незаметно пробить. Ну, что ж. Моя кровожадная натура хочет по-другому. Да, подождите, давайте-ка вот сюда вот еще. Да. Минус двое. Трое. Сколько у вас там? Еще два. Давай. Вот и снайпера-то вышел со своей винтовкой. Кто ты? Кто?
человек, дурачок. Итак. Да. Давай, Бубу. Опаньки. Смерть не давала другого, думаете? Нет, он просто отсрочил. Падла, смотрите, ушел. Хочет подняться? А, вот он, вот он. Он меня смотрит, я на него, мы переглядываемся. И тут выстрелил в голову. Бум. И сюрприз. Ладно, давайте. Пора тела обирать. Блин, столько гранат было, ни в одну не попал. Вот так. Одного за другим. Ни одного фашиста не оставлю живых. Да. Так беспечно вышел. Что это за наглость? Что это за наглость? А, с меня были сняты все обвинения и подозрения. Вот оно что. Понятно. Так, они меня там ожидают. Еще успел, ну, по крайней мере, должен был успеть. Кузнечный цех работает отлично. Это с кого будешь стрелять? У тебя пистолет, по-моему, если я ошибаюсь. Выберу чего. Ты заметил, что кого-то убили? Ну давай, блин. Ничего, жопу отстрелим. Беспечно вышел такой, разогнулся. Вот тебе. Бойтесь меня. Я ваш кошмар. Кто еще? Вот. Смотрим. Шум. Unser Werk ist nahezu vollbracht.
отстрелили ему пол лица. Не пол лица, а пол лица. Все куда-то смотрят, что-то выискивают. Так. Да, вот так вот. Старым дедовским способом. С ножа. Так, теперь надо наверх подняться. Я уверен, что там много всего хорошего можно подсобрать. Denk mal, wie die Amerikaner gucken werden, wenn sie ihn sehen. Die pissen sich vor Angst in die Hose und verkriechen sich. Почему не могут-то? Так. Возьмем карты. Обязательно. Всякой прибуды должно хватать мне. Ну ладно. Сколько? Двоих, троих? Давай, я этот мост буду держать. Чтоб ни одна падла не могла пройти по нему. Так. Вроде неплохо. Неплохо. Расчищаю себе проход на будущее. Ладно. Мы уйдем сюда. Ведь все-таки в первую очередь там здесь надо что-то сделать. Вот что нам надо сделать. Нам надо здесь все взорвать. Так, ладно. И как это выглядит? О, кстати, не так страшно. Не так страшно, как я думал. Вот и все. Ты был последний, кто меня видел. Так. Собираем, собираем. Где припасы? Давайте, это же последняя миссия у нас. Правильно? Кого они там видят? Первый. А за ним сразу второй, нет? Ну вот. Вот взорваться должен. А это стол оказался. Я думал, бочка. Ну ладно. Кто у нас там?
Неправильно. В корне. Итак. Давай, развернись. Или вас просто перестрелять так? А, кстати, шум же может здесь быть, да. Который строит. Двоих? Двоих. Интересно знать, вот, кто меня видит, если я всех, кто меня так видит, видит. А, нет, смотрите, кого-то сидит, да. У него такая пилотка, которая прям защищает от снайперских пуль. Есть пистолета с такого расстояния, он еще туда попасть хочет. Мальчишка. Глупыш. Так, теперь уничтожить склад боеприпасов. Ну, я как понимаю, это все по пути. Да что это, мать? Ух ты! Ух ты! У нас были равные шансы. Вот так. Я думаю, все было честно. От того, что он воров считает и не туда целится, я же в этом не виноват. Ух ты, какие экзотичные позы-то у вас. Улучшенные. Так, этот-то что, у меня обчищен? Тогда обчищать-то я. Так, уничтожить, значит. Без проблем. Давай. Винтовки снайперские. Ой, снайперские винтовки мне надо. Вот что мне надо. Так. Как мне тебя уничтожать? Ну давай, подожди, подожди. Ага. Чтоб я мог потом убежать-то. Давай, беги. Обстреливайся.
сколько вас там еще? А, кстати, давайте перевяжемся. Так, где у меня? Вот. И еще разок. Ага, надо повыше забраться, да? Отсюда-то я вижу. Давай, где? Эх, нет, что-то я упустил. Да подождите. Не стреляй, видишь, у меня проблема возникла. Как уничтожить ваш заводик по производству шнапса? Да. Летит, 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 летит. Глазик-то бомбо, наверное, да? Так, давай, последний. Ну. Вот так. Побег. Все идет очень хорошо, все идет по плану. Ну, пойдем. Так, теперь. А, знаменитый призрак пустыни. Человек, который в одиночку прорвался через Халфаю, пробрался в Сиву и сражался с тигром в Касарине и перерезал наши линии снабжения. Да, это я. Я ваш горячий поклонник. Мы с вами очень похожи. Мы оба солдаты, военные труженики. Мы любим свою работу. Мы не похожи. Вот так. Что, все? Или кто-то еще должен быть? Которого надо опоры подорвать. Подсохраним игру. Да, это будет. Маленько долговато. Шарь быстрее его. Так. Я рад, что ты меня увидел. Надеюсь, это останется между нами. Опоры, значит. Итак, надо идти. Идти надо нам к опорам.
О, кстати, такое пустое заведение прямо-таки. Так, заминируйте, поддерживайте опору вокруг крысы. Ага. А я где-то пропустил, что ли, одну, пока сюда шел? Нет, не с этой стороны, да? Еще надо с определенной стороны их минировать. Ладно. Да, наверх куда-то надо попасть. Надо, чтобы меня не заметили. Лучше мне надо. Вот так. Кто тебя услышит, господи, на заводе? Твои крики о помощи. Так, тут у меня большой арсенал, как я не знаю даже для кого. Что мне тут с ними делать? Давайте подсохраним игру. Так. Ой, мамочки. Подождите, это вообще капец. Так меня завалят. Я ж не знал, что их там так дохренище так. Да. Вот так. Обшариваем. Шарево. Шмадай. Вот так, где-то там, ага, вон. Трупы нашли или что. Но это нам не важно. Так, ну-ка. А если по верху пройти? Хоть бы где-то шубу навели. Давай потихонечку, помаленечку передвигаемся. Так, мне оказывается, здесь и надо было. Где последнее-то? Так, получается, мне наверх надо. Уа! Вот это капец. Хотя подождите. Блин, нет, 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 давай, уйди. Так,
Вот так. Нет. На. Хрен там. Блин, так все хорошо получилось, и, блин, вот этот козел мне все испортил. Так. Вот он идет. Подозрительный тип, да? Все-то ты и хочешь знать. Назад. Только не кричи. Вот так. Никакой паники. Даже не знаю, стоит ли минировать вообще трупы или не стоит. С одной стороны, было бы, да, неплохо. Да ешь твою мать, так не хватало на свет этих прожекторов улазить. Ну давай, осталось немножко. Сохрани, давай, сохраним. Сохраним. Сейчас эту крысу уничтожат эти опоры. Заминируйте крысу еще. Блин, из меня что делаете-то? Как вот на нее я должен попадать? Ладно, если просто перепрыгнуть. Так ведь не получается же. Смотрите на сюда. Что это за танк такой? Кто там снаряды будет таскать? Геракл? Как я должен туда попасть? Как, мать его? Блин, маленько не на то нажал. Ё, твою мать. Ладно. Ничего, конечно, не изменилось, но все равно неприятно осознать. О! Так. Заминируйте крысу. Заминировал. Ух!
Бежим. Покиньте ангар. А можно хотя бы направление показать, в какой стороне его я могу покинуть? Ой-ой-ой. Да валим, валим, я тебе говорил. Валим. Сваливаем отсюда. Так. Вон туда мне надо, значит. Хорошо. Уже лучше, хоть направление знаю. Он нам преграждает дорогу. Раз. Нифига не так. Отнюдь не так. Блин, как мне покинуть этот ангар? Давай, давай, шум. Вот так. Что это было? Что это было? Кто-то погасит у вас, вот что это было. Блин. Почти. Второй и третий сейчас будет. Пока неплохо. Надеюсь, продолжить в том же духе. Второго зацепило. Так. Давайте смотреть теперь.
Что у меня тут получилось? Со спины, чтобы мне никто не подходил. Давай. Вот этот уже точно не подойдет в прямом смысле слова. Ножки-то отдельно лежат. Так. Еще что? Вот. Хоть 4 патрона. И то хорошо. Сохраните игру. Сохраняем. Так, а зачем нам сюда? Для чего? Выстрелите и подорвите заряд. Какой заряд-то вот? Какой заряд? Я помню, что я накрыть его. Так, еще разок. Выстрелите и подорвите заряд. Ну ладно, давайте смотреть. Где мы его примерно оставляли? Так. Там не показано, где заряд, нет? Пуля не покажет. Дальнейшая эта траектория. Заряд, оказывается, такие. Здесь я ничего не закладывал. Так, вся эта конструкция падает. А, вон че. Вон оно че, Михалыч. Только так можно эту огромную махину уничтожить. Надеюсь, он не выживет. Как бы ты ни бежал. Или выжил. Мы с вами очень похожи. Нет, не похожи. Помоги мне! Я не похож на тебя. Я помню, кого убиваю. Один патрон. Красиво, красиво, конечно. Вален мертв, а крыса уничтожена. Итак, всю пустыню я один разгромил. Война еще не окончена. Всех убил, один разгромил всех. Есть еще много целей, заслуживающих пули. Людей, которые должны умереть. Полностью с тобой согласен. Пора найти работу. Пора. Пора. Что ж, подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем ваши комментарии. И увидимся уже только в следующей игре. Пока!